Мелим. Выведуется немного тяжко там. Мели падает. Черный хуйк вылез в середину комнаты. Последний ряд. Ой-ой-ой, блин. Все хорошо, все хорошо. Ну, сейвов нет. Последняя кровь. Соудержишь как следует. Сейчас на ногу поудобнее поставлю. Сейчас будет больновато. Может быть. Отлично. Паду лорда этого еще надо убивать. Там огонь. Задача перевести. Вроде хорошо идем. Шикарно. Ада не будет. Моноги. Через 8 секунд снимешься меня за лупу. Щука спалится. Она у босса на Феде. Я забрал. Вера? Вы мили только на боссе, не свечитесь больше по глазам. Только если свипы есть. Или быша. Щупка, щупка. Я отвожу, я отвожу.
Ждем глазам. Глаза. Чупка. В центре. Я тут оранжевым побиваю череп. Мазди спал? Я два каста, блять, там грань. Камни прожить уже. Барьер. Чупка. Двигаемся. От чупки отвел. Барьер. Мы пока стояли, можно было барьер поставить. Глаза не бить. Скину эту хуйню. Ну, чупка, стой здесь. Идем в центр и жми. Пошли. Жми точку. Жми точку в центр, встали в точку. Красавцы, блять! Знаете, что я поменял? Кто не упал, рейтаните мой тринкет. Второй. Кроме ТБшного. Со силой. Да, молодцы. А так еще... 8.43, даже 9 минут нет. Я сделал на 5 КДПС больше. У меня, кстати... На 3. Да, ты 5 с лишним давал, а тут 7 лямов ты дал. Мы нет, на каждом я лишнем... Я 13 дал тут. Мы на каждом аде опережали на 2, потом на 3, потом на 4% таймер предыдущий. Мужики, очень хороший урон. Прям, да. Я въебал 42% экспертизы. Нет, это вообще милики не носят плечи. У вас, типа, у Ретри и Вара с Халфуса эти плечи. Ну, вы можете, но это типа Гриффина будет. Небольшой. Фух, блядь, не, нормально. Слушайте, а мне в ДПСе больше понравилось, чем в коробке помойной танковой. Ну, по ощущениям, тебе и отхил был лучше. У нас урон прям, ну, чувствовалось, прям сильно чувствовалось. Я на последнем трае... 42 экспертизы, у меня даже может больше было там, типа,